Вы говорите, да? Все хорошо. Все. Честно, то до этого как бы так глубоко не вдумывались, да, в тему именно поведения квестов, да, как бы не думал то, что есть только подводных камней, но когда вот вопрос немного пытались вникнуть, понял то, что вопросов больше, чем ответов, и те сообщения СМИ, то, что якобы кого-то поранили ножом, но это все цветочки, но мы все понимаем то, что возможны более серьезные последствия, поскольку рынок не контролируется никем, по сути, никаких специальных требований к нему нету. И не дай бог, конечно, но вместо царапины может быть оказаться и чья-то жизнь под угрозой. В ходе рейда мы, в принципе, выявили то, что есть такие квесты, когда предлагают поиграться с бензопилой, да, якобы ослабили, но вот я через СМИ предлагаю руководителю данного квеста свою руку опробовать на этой бензопиле, да, если он готов рискнуть и доказать то, что это действительно безопасно. Но для меня, мне кажется, что бензопила ни в коем случае не может быть безопасной, и рано или поздно это все превратится в более серьезные последствия. Мы надеемся, то, что после вот нескольких сообщений СМИ, после нашей реакции, все-таки реакция правоохранительных органов будет, и, возможно, на федеральном уровне кое-какое будет регулирование данной сферы. А самый главный вопрос, как при том, что у нас руководители квеста сами заявляют то, что есть возрастной ценз, каким образом оказываются посетители там по возрасту гораздо младше, чем этот ценз, да, то есть они это делают просто, чтобы показать, что якобы они заботятся, либо это просто с целью устрашения показать то, что у них действительно там страшный квест, с какой целью это там делать. И вот те разрезанные фигуры женщин и все это все остальное, ну, мы понимаем, что это не влияет положительно на воспитание будущего поколения, когда люди это видят и в дальнейшем. У нас все чаще появляются сообщения СМИ, когда группа молодых стреляла в полицейских, да, и другие, когда там спрыгивают. Это все ведет к тому, что жизнь человека становится, цена жизни человека становится меньше, да, и эти квесты подводят. Поэтому, конечно, тут, наверное, со стороны, скорее всего, образования необходима реакция и федеральных ведомств, чтобы все-таки поставить лицензирование. Да. Ну, есть очень много вопросов и по другим, конечно же, аттракционам. Это всякие сейчас получили известность канатные аттракционы, да. Но необходимо вводить правила игры на данных рынках, потому что тут цена либо инвалидности человека, либо жизнь человека. И государство должно контролировать. И опять же, есть много вопросов, когда пьяные организаторы квеста, да, с холодным оружием, это смертельная угроза. И есть также вопросы по поводу трудоустройства данных людей, это все налоги государства, поскольку мы проехали, видим то, что никого из сотрудников нет, значит, они привлекаются к работе, да, ну, я думаю, то, что очень много вопросов относительно данного вида бизнеса, и на них необходимо искать ответ.